847. 847 людей, хотящих бана. Люди ли это вообще? Напомним, что у нас достаточно был конкурс. Ну почему был? Он и сейчас есть, но когда вы уже будете смотреть это видео, его уже не будет. Он уже закончится. Но в данный момент видео он есть. Я вообще о чем? Правила конкурса максимально простые. Тебе просто нужно нажать строчку «Подать удачу» и считать, ты уже участник конкурса. А зачем? Зачем взять сюда? Чтобы получить бан. Давайте уже скорее начнем, не будем задерживаться. Сделаем все, попробуем с одного дубля, без клейк, чтобы было все лаконично и по-честному. Странно, почему на меня не работает вот отблок? Ну вроде работает, не работает. Почему у меня начала появляться какая-то, не знаю, реклама, кек, отборный юмор? Нет. Давайте посмотрим. 247 человек мы видим здесь. 247 человек. На бан. Конкурс в 2016 году. Ой, так, 247 человек, и давайте зайдем на сайт random.org. Как уже говорили, давайте ведем 847. От 1 до 847. Давайте, начинаем. Кто выиграет нашу замечательную лотерею, или, как сказал бы Жилов, русскую рулетку по 3DSachi? Ну, 3DSachi Edition. Давайте начнем. 846. Неплохо. Мне удобно будет читать. Давайте начнем. Кто там? Так, дать удачу. Давайте спустимся. Давайте пока... И спускается. Это, не знаю, просто отчитать одного с конца. Это будет наш первый представитель победителя. Мы разыграем сейчас бан на неделю. Это будет... Ой, ой. Просто... Просто как пуля. Пуля пролетела. Давайте. Извини. Ну, такой школьник, как я, буду решать твою судьбу. Ой, участники. Все, участники. Черный список. Извини. Хотя, извини. Он выиграл. Он должен радоваться. Он победил. Добавить черный список. На неделю. Кстати, все говорили, давайте на 2 месяца. Понимаете, здесь можно или на месяц, или на год. И все. Я не могу писать свои собственные. Не знаю. Ну, может, конечно, надо сначала поставить на месяц, потом на месяц. Ну, в смысле, если приз бы такой был. Ну, это как-то... Давайте, за что? Сообщение по теме, оскорбление другое. Так. Поздравляю с... Вы... Нет. Хотя, как бы написать? Как бы написать? Надо написать его красиво, поздравительно. И чтобы с чувством, атмосфера праздника была. Поздравляю с... С победой в замечательном конкурсе. Желаем всего... Нет, нет. Желаем всего хорошего. Это надо написать в конце. А вначале пишем... Вы выиграли... Меня все время управляет. А почему-то я пишу И. Ну ладно. Вы выиграли бан на неделю. Отлично. Поехали во второй. Nintendo 3DS. 247. Посмотрим. Опять открываем наш чудесный сайт. Я его сразу открываю, чтобы вы не подумали, не знаю, что я как-то мухлюю, потому что я каждый раз буду открывать. Хотя зачем это мухлевать? Это просто конкурс на бан. Сколько там? 847 человек было? Так, 847 человек генерируем. Я просто не хочу, чтобы было где-то в середине. Это очень долго считать. Давайте начнем. Слушайте, я не знаю почему, но у нас отличные числа. Не хочу где-то, чтобы в середине было 444. Серьезно. Как будто не, это не рандом, а кто-то подстраивает специально. Не знаю. 444, давайте отмечать. Ой, я не то открыл. Так, попытать удачу. Так, давайте, чтобы легче было считать и не считать по одному. Вот, здесь 5. Собственно, здесь 10, здесь 15, здесь 20. А нам нужно... Нам нужно... 444. И... Давайте... Блин, надо ее закрыть. Так. Просто отчитывать. Так. 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35. Вырезать все-таки пришлось, потому что это какой-то трындец. Я чуть не сдох, пока считал. Я еще ошибся, я еще запутался где-то на 250 и начал считать заново. Но мы пришли к нашему финалу. В общем, вот. Вот наш финалист, 444. Это у нас женатый парень, успешный, женился, выигрывает в конкурсе. Не знаю, просто все у этого парня, наверное, в жизни складывается хорошо. Почему опять я захожу сюда? Просто победитель. Просто победитель. Это опять бан на неделю. И сейчас мы узнаем, кто будет. Давайте сначала перекопируем. Кстати, вот здесь вот я написал «Желаем всего хорошего» и почему-то написал еще «Хорошо» нечаянно. В общем, я убрал эту надпись. Все-таки снова дубля не получается, потому что вы сами видели, сколько там надо было считать. И так, раз снова дубля не получилось, так будем делать нарезки, где я захочу. Ну, тут кроме того, где надо будет почитать, потому что там делать нарезки как бы... Не знаю, как бы... Нельзя, потому что это все-таки святое. Random.org — это святое. Желаем всего хорошего. Давайте скопируем вот эту фразу. И забаним нашего джентльмена. На неделю. Поздравляю с победой в замечательном конкурсе. Выиграли бан на неделю. Желаем всего хорошего. Ой. Давайте. Остался последний. О, 248 уже человек. Ага, значит. Кстати, сколько женщин здесь? 65 человек. Женщин. Из 848 человек. А старше 18 лет, пожалуйста, хотя бы больше, чем, не знаю, 300. Неплохо. Кто там говорит, что в 3D сыграет они? Так, в общем, кто-то голоса из России. Не знаю, очень странно. Ну, чё я время тяну, давайте начнем. Самый последний рубеж. Самый лучший приз. 848 человек. Он может достаться любому из вас. Вот прямо сейчас любому из вас. Ну, наверное, уже итоги я вывесил. Вот. Так что вы, наверное, уже знаете, кто победил. Но в данный момент, вот именно мое время, может достаться любому. Даже мне. Давайте начнем. 721. Надо с конца считать. Так, 721, да. Так, с конца считаем. Это может быть просто. Ну, уже понятно, что это не я. Это хорошо. Так. Я вижу просто всех. Сейчас просто перед глазами промелькнули все предосащиваются. Так, если всего у нас 848. Так, собственно, это у нас 848-й я, 847-й, 846-й, так, 845-й, 844-й, 843-й, 842-й, 841-й, мне кажется, это надо вырезать. Ну, в общем, я с трудом досчитал, на самом деле это было легче, чем досчитать до 444-го, но все равно. В общем, у нас победитель на бан на месяц находится перед нашими экранами. Как думаете, кто это? Хотя, зачем я спрашиваю? Я просто скажу. И победил нас Максим Прохоров. Просто. Он, наверное, очень рад. Я очень поздравляю твоего замечательного человека с баном. Мне очень приятно давать ему бан. Ну, не в смысле потому, что... Ну, просто мне приятно давать любому победителю бан. Потому что все-таки он победил. На месяц. Надо для него написать что-нибудь особенное. Что-нибудь то, что он прочитает и поймет. Да, я победитель. Да, я такой. Да, никто мне не верил, но я выиграл. Давайте напишем. Поздравляем. Ну, поздравляем. Самое банальное и шаблонное можно что написать. Поздравляем. Ты победил в конкурсе Эдди Саша. Ты за восклицательным знаком, что было прям хорошо просто, что он прочувствовал всю атмосферу. Опять я пишу, выиграл вот так. Или так можно писать? Я не знаю. Просто меня все время исправляют, я уже не могу. Ты выиграл. Ты выиграл.
выиграл самый главный приз. Бан на месяц. Поздравляем. С уважением, администрация 3D Сача. Хотя здесь только я сижу. Так что. Ну все равно, он поймет. Все со мной, думаю, со мной согласны. И вот закончился наш чудесный конкурс. Давайте я еще раз покажу вам цифры, чтобы вы не подумали, что я соврал. Вот, вот сайт, вот цифра, вот, вот. Вот он, вот. Я не соврал. Я не подфотошопил, видите, вот она выделяется. Вот, 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 вот. Вот, вот. Блин. Вот, вот, вот. Она, я не фотошопил, я ничего не делал, ничего не накладывал. И вот. Вот, 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 вот. Ну, ну вот. Ну, вот. Ничего. Все чисто, все досконально и все просто замечательно. Надеюсь, вам понравился этот конкурс. Особенно им. Им понравился этот отличный конкурс. Русская рулетка на 3D Сача. Я... Просто, я серьезно думал, что принят человек, не знаю, 300, там, 400, ну никак не 848. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилось подведение итогов вот этого вот замечательного конкурса в сопровождении со мной. Но если нет, тогда... Тогда я буду плакать. Каждый день. В общем, подписчики просили однажды конкурса на 3000 подписчиков, наверное, 4, 5, 6, 7. И они просили, когда уже будет этот конкурс. Потом мы сделали конкурс на мемы. И все подумали, что это и есть тот конкурс на подписчики. На самом деле нет. На самом деле, вот этот вот. Вот этот вот конкурс, это и есть конкурс на подписчиков. Да, 2 года ждали конкурс на бан. Да, не конкурс, а пи***ть.